Сегодня орлята, а завтра орлы. Нам весело вместе, мы очень дружны. Этот девиз объединяет все больше детей, учителей и родителей. Торжественная церемония посвящения орлят прошла сегодня в Центре образования номер 11 города Черкесска. Дошкольников поздравили представители Министерства образования и общественных организаций республики. Подробности у Али Баташева. Волнение и радость в глазах ребятишек из подготовительной группы детского сада «Солнышко». Анисе Аджиевой и ее сверстникам предстоит вступить в орлята-дошколята. Это гордое звание уже с честью носят их старшие друзья. Отважные и добрые, сильные и надежные, смелые и заботливые. Интересные и умелые, и всегда все делаем вместе. Задача орлят – улучшать мир и творить добрые дела, уважать старших, стремиться к знаниям, любить родину и беречь природу, быть верным другом. Лидер, эколог, эрудит, мастер, спортсмен, доброволец – можно выбрать любое направление обучения или все сразу. В ходе торжественной церемонии детям повязали на шею синие галстуки – символ принадлежности к Содружеству орлят России, после чего состоялся вынос знамени. Юные патриоты провожали взглядом знаменосца, чеканящего каждый шаг. Вы сегодня стали орлятами-дошколятами. Вы вступили в такую дружную, большую, хорошую семью. Дорогие ребята, я вам желаю, чтобы вы дружили друг с другом, делали добрые дела, любили свою малую и большую родину. Я очень рада, что мы стали отважны. Мы идем в первый класс. А что значит быть орленком? Орленком означает, что мы дружные, смелые. Первый класс, второй класс. И мы очень дружные, будем всегда быть вместе. С торжественным вступлением в ряды орлят юных патриотов поздравили представители общественной палаты, координаторы проекта «Навигаторы детства», «Движение первых» и других общественных организаций республики. Каждый орленок получил в подарок новенький портфель, а затем дошколята исполнили гимн «Орлят России». Али Баташев, Олег Молхожев, «Вести Карачаево-Черкесия».